Всем привет. Это следующая карточка. Я решил немножко поудоманить по Мартингейлу, так как предыдущую залил. Довольно несправедливо. Решил повысить два раза до соточки. И сразу же нам падает мега имбища. Я тут даже арчи скрывать не буду. У нас отвод за 10. Если он орка захочет кинуть, то мы все равно хорошо дряхнем. Плюс деревяха. Отличный пик. Супер имба, так сказать. Не, верно, походу. Очень похоже на это. Так что я кину на 3. Орк у него все равно не получится. Не надо быть таким самоуверенным, как будто я стопудово знаю, что это. Короче, чуть-чуть подальше в четвертый слот поставлю. Мало ли все-таки он задумает этого орка кидать каким-либо образом. Но он не должен успеть никак, потому что я ему ничего не заслал на второй, и он там не пропустит никак. Так, он же кидает урсу, понятно. Ну, все, сейчас мы можем бить его виверн. Но не орком, а урсой. Можем сделать ламбер пока что. Сука, урса, блядь, въебало вышло, бьет. Что заслать? Вот это вот хороший вопрос. Мне тут нравится кинуть на самом деле в этих виверн ментов. Там целые тычки. А с учетом того, что вивы с двух ударов убивают скорпов, то это довольно существенно. Раскладом я должен дефать. Можем еще на 4 кинуть.
Урсу мы легко скопим. Пожалуй, уже начну. Там и так прилично. 5 ментов. Ну да, он ничего не кидает. Так, что у нас тут без пробежек? Да, все шикарно. Закажу, посмотрим, будет ли пропуск. Ну, похоже, что он подготовился. Причем так неплохо. Хорошо. Тут никакие деревяхи я не буду ставить к седьмой волне, хотя можно было бы такое придумать. Ну, тут просто такая ситуация, что если я коплю ее там к шестой, допустим, захочу ее поставить, или к седьмой, в любом случае я страдаю на шестой. Толк вот этого. Кинул кадоя. Сейчас можно все в ламбер пустить. А, ну у него ж точно передев. Передев гейминг, что я же хочу от него. Посмотрим, как он играет против арчей. Кидает ли он 6. Нет, тут все равно буду делать 7-2. Так, что кинга-то? Снова волна. Типа он не понял, что это арчи. Ну, сейчас поймет. Ну, Сурсо я, наверное, пропущу здесь. Ну, немного. Фигня. Нормально. Можно 7-3 заказать. Пропуск плюс инком мне должно хватить по-любому. Скилл палить тут не надо. Так, отлично, на 7 поставим еще одну арчу. Апнем фермочку. Ну и кинем на 7. На 7. С мелочью. Там даже хермит слать, наверное, не надо. Хотя, если он в передефе. 5, наверное, все дефнет, как обычно.
Ну да ладно, что проверим. В любом случае, с волной и арчами не должны мы там хил отдать. Ну, понятно. Пока начну просто мелочь кидать. Наверное, тут больше прикольно, что урсы нет. Пропуск, конечно, будет. Довольно большой. Но фиг ли. С волной все равно иди. Нет, тут вообще, наверное, орка. Так, пора нам накопить на ферму. Нам еще даже на отвод хватит усилить. Хотя нет, не хватит. Ушибся. Наверное, я здесь апну даже реген, потому что он докинет, скорее всего. В принципе, проверено уже не раз, что тупо одна мелочь, наверное, жесткая, контрит на седьмой виверну. Ух ты, не заслал, нифига себе. Без арчи в отводе я тут, походу, ликанул. Ну да. Ну, ламбер сделать можно. Ну да, тут 5 перегрефы. Думаю, он захочет на 9. Но в него на 9 тип тоже заходит, по идее. Так, волна. И сколько там? Ну, понятно, 80-90, еще бы. На 9 в него заходит. Я могу дерево, например, накопить. На 9, и у меня деф будет хорошо смотреться. В общем-то. Или... Я могу просто апнуть кинга. И заказать 7-5. Кинга-то я... Ой, 10-й-то я все равно не дефую. Ну, блин, так он меня будет еще пробивать много где. Вот так я собираю понадежнее. Но кинга все равно апнуть надо. Ладно, поставим арчу еще на танковку. Офигеть. Еще и кидают. Почему-то на 8. Ну, конечно, если он думает, что я тут соло арчами, типа... Не достраиваюсь туда. Логика, конечно, есть.
Да, все, отдых нормально. Ой, да похеру, закажу еще ламбер. Время тянется. Ну, если он сидит в передефе, то мы его тут, по идее, нигде не пробиваем, если только реально на 9-й. Но остальное я, пожалуй, пущу в кинга. В 10-й все равно надо готовиться. Так, что нам построить? Ну, деревяху просто поставлю на 10-ю. Плюс отвод, наверное, усилию, и все. Тоже решил закинуть. С ним, по-моему, бесполезно так играть. Проще просто, блять, с первого левела кинга. Не пускает просто человек нигде. Если я увижу типа 1800 снова и 7-4 после 10-й, то мне все понятно станет. Так мне не нравится. Так нравится. Так. Ну, этот товарищ, по идее, должен у нас агриться. Так что, наверное, так и оставлю. Есть чуйка, что хилок сейчас отдадим. Если мы что-то маловато выли, нигде мы его не пробили. 7-5 мы заказали, поэтому как-то все не очень. Ладно, тут никто не застопился, и то ладно. Сука, блядь, пиздец. Ну ладно, нормально. ДПС хотя бы во всех сразу идет. Так, у нас волна. Ну да, это хил походу. Скорее всего. Атаки маловато. На девятку, если бы не давал, а все в кинга пустил, то тут бы, да, нормально. Жилось бы.
так, мне кажется, хилок. Плюс кормим еще сильно. Хз, аптекинга нет смысла. У нас там 4 хватит. Сейчас нам надо достраиваться, по идее, если мы не хотим его еще кормить где-либо. Ну, короче, понятно все. Сейчас я посижу понадежнее, чтобы он не мог меня нигде вначале больше насиловать. И будем миллион копить ему куда-нибудь. У нас инком хороший. Дальше ламбер мы сделать успеем. Пробивать ему будет нас тяжело. Так, это вейды. Почему я подумал, что это верно? Потому что он, типа, убил раньше, чем я. То есть у него, типа, Войд, что ли, близко стоял. Обычно верно стреляет и убивает быстро. А так, хз. Так, что, 7-7 давай. Или он достроился, и ему не хватает. Две атаки. Все понятно, все понятно. Что-то я не очень понял на самом деле. Он убивал не быстро, вроде бы. Че, он с куска, что ли, начал? Ну ладно, не суть, короче. Суть в том, что нам, по идее, надо еще инком поднять немного. Сделаем мы это засылом на 12-й. И закажем ламбер. 5 арчей дерева должно хватить, чтобы 12-й беснуть. Ну, я вообще, типа, могу две волны тупо ламберы заказывать, и к 14-му мне надо вторую тевяху апнуть, и все. Все, по идее, в него накопить просто миллион надо, и все. Так, блядь, нахуй я кидаю? Я же хочу ламберы заказать. Ну, у него сейчас опций немного. Он должен кинга точить.
Отлично, хватает на 7-9. На 7, понятно, стандарт. Захочет 14 набросить, скорее всего. Больше ему просто некуда слать. Конечно же, отлично. Это вопрос только, могу ли я ламбер заказать сейчас. Типа 13, это я вроде дефаю. Ну, хватит ли мне на отнутое дерево, я что-то хз. Ладно. Понадежнее сыграю. Позже ламбе расскажу. Две деревяхи и 5 арчей должен вполне хорошо сбивать 14 волну. Че у него? Легенд Вадим. Тут можно даже подумать о какой-то 15-й волне. Хотя мне здесь больше нравится какой-то мега-гигантский засыл на 19-ю. Ну да, не хватило бы. Ну, я могу еще арчапнуть, в принципе, но есть ли в этом толк в дальнейшем. Конечно, это сейчас может порешать при дефе. А нет, он регу, кстати, апнул. Не, не буду я ничего делать. Ставлю я на ламбер лучше. Но у него, по идее, план должен быть либо 14-й, либо апкингай на 20-й миллион слайд. Понятно. Больше интересно, куда он кинет. Конечно, я думаю, что он просто кинга точит, сидит. Сколько деревьях мне надо? В данном случае, ну, даже хз. Это у меня первый пик, в принципе. Можно 4 штуки и харе. Надо против 20 что-то найти. Но мне кажется, что он захочет здесь кидать
На 20-й. Либо в размен на 17. Но он еще не знает, что я не хочу слать 17. Так, что? А, ну, 16 я и так дефлю, да. Все нормально. А на 17 в размен без хила мне идти не очень хорошо. Поэтому... я рассматриваю другой вариант здесь. Откинул кряку и мелочи. Просто посмотреть, что с ним будет происходить. Байтит своими ментами. Вижу уже, что хп апнул. Но мне по сути надо просто кинга у него посмотреть. А 16 у него по идее проблемы. Пока ламбер закажу, посмотрим, что он там делает. Если что, отменю. Да, кингап. Мне не трудно. 50-60% залитых не особо много. Все понятно. Кинга за полы 20. То есть на 19 я могу слать, только если у меня будет деф 20, а он у меня уже смотрится как крайне херово. То есть сейчас мне выгоднее прямо ставить деревяху, ставить тролля, делать рерол, сразу же искать, чем бить 20-ю волну. Ну, в принципе, я могу и закинуть, что мне. Демон кряк у меня сейчас будет. Тролля тогда. Кинга у меня нет. Дальше я его апну. 7.15 я сделал. Тазусила нет. Все логично. Даже с фулкингом все равно дефает хорошо. Но у него, может, пик появился, конечно. Ну, ВСЛ маленький. 40-50. Интересно еще было бы кинуть на 19, но
там у него уже слишком все хорошо, то есть он может хил отдать. Конечно, если у него реги мало. Ну, я уж тут ничего не успею. Ну да, реги мало, но все равно. Так, отлично, у нас есть теперь Линочка. Деревяху апать не буду. Думаю, капитана я здесь тоже поставлю. Пригодится он на 20-й. И плюс хадесы появились. Один из наилучших вариантов к 20-й волне. А, вот оно как, даже. Чисто на инком засылают, понятно. А, все равно кингапы, чё мне? Думаю, можем мы уже начать копить. Крылешку апнул, вижу. Ну ладно, еще копим просто, да и все. Вальду мы догоним. Так, надо смотреть, на какой волне у него будет пик уязвим. И можно будет попробовать даже с хилом его убить. Что на 19-й некие проблемки у него есть. Либо он намеренно пропускает. Намеренно, походу. Может, ламбер сделал, конечно. Так. Ну, по идее, на 20 он кинет. Thank you.
Что ж, если он хочет, пускай кидает. Опять будет в передефе сидеть. 7000 где-то. Плохо, он еще сам пускает, хотя я ничего не слал. Что-то у него там тычковое. Но мне понравилось то, что он пустил 19-ю. Я сейчас размышляю о 25-й волне. Но вообще, типа, у меня сейчас алын стратегия. Либо. Если я коплю за 25 включительно, то это all-in, а если я кидаю типа 23, то я еще в принципе даже что-то могу в этой игре сделать. Так я типа должен одним засылом его убить, но это здесь будет, думаю, сложновато, учитывая, что у него дохерища value. Так, что мне надо? Капитана, по идее, бы еще ебануть. Капитана. Ну, поставлю еще этого лорда. И хилочку. Да, по вэлли у нас все заебись. Замедление, танки. Кидает он кряку. Понятно. Ну, ждать я, наверное, не буду. Я кину 23. Хотя могу, в принципе, и копить на 20. Ну, 27 он сам здесь может. Что с кингом? Понятно. 23 мне нравится отводы сделать. Попробовать через 2 демона. 27, конечно, да. Видно, что у него там неплохие проблемы. Хотя у нас тут аур и ололо. Хадесов, я думаю, что много я делать не буду. Штук 6-7. 3. Ну, еще 2 друида поставлю. И на дрерол. А, ну все понятно, короче. Он еще сейчас засылать будет. На 22-й я дефнул, все равно даже что я отходы сделаю. Это без разницы. Мне больше размышляю о том, могу ли я просто миллион кинуть на 27, например. Вопрос, сколько волн он слать будет просто.
засыл будет 6500. Неплохо. Еще бы 2 демона вышло, было бы вообще оксуенно. Нет, больше он не кидает. Так, подкидаю я еще щебеночки. В этих танков галимых. Пока еще деревяхи не взорвались. Нет, все равно не успевал бы никак. Все удалил вроде бы. Так вот поставлю. Ну и все, наверное. Можно рерол делать. А, еще заслал, понятно. А, нет, я не все удалил. Затупил я. Так просто, если вот копить дальше там куда-то, это надо хотя бы пик знать, я не знаю, что у него там еще есть. Давай 25-26. Там сплэша нету. Там даже с хилом, наверное, ГГ может быть. Хотя нет, залитые. Ну, хил точно. Точно. Дальше хз. Демона он не стакал. Это немножко, по-моему, ему не на руку. Походу это ГГ. Инкова многовато. Ну, пик, типа, у меня имба, но я закосячил начало, но пик, похоже, что у соперника хреновый. Ну, отыграл нормально, но, как по мне, надо было ему пробовать на 20-й. Ну, возможно, он сам боялся. Кстати, в него 20-й хорошо заходил. Танки ужасно дефают 20-й со своими тычками. Так. Где? Ага. Вот такая карточка неплохая.